Сказочно-цирковое представление на льду «Снежная королева» московского цирка расскажет историю Герды. Вы отправитесь вместе с маленькой девочкой на поиски ее лучшего друга Кая, похищенного Снежной королевой. Вы пройдете через волшебную страну, населенную сказочными персонажами. По законам жанра не только люди, но и вороны, и даже олень умеют говорить, кататься на коньках и исполнять цирковые трюки. При помощи этих умений персонажи раскроют сюжет Ганса Христиана Андерсена, а кто-то из них поможет найти Кая и спасти его от Снежной королевы. Уникальное цирковое ледовое шоу, в котором участвуют всего 30 артистов. Они используют все свои навыки, чтобы передать характер каждого персонажа и создать атмосферу зимней сказки. А специально сведенная фонограмма и любовно прорисованные костюмы и декорации помогают им в этом. В спектакле участвуют акробаты, жонглеры, эквилибристы, вольтежеры, воздушные гимнасты.